Дорогие друзья, добрый вечер на планете Земля. Вас приветствуем всех вместе. Good evening, guten Abend со скромного маленького городишка, город Нюрнберг, Бавария, почти с Альпийских гор. И сегодня у нас большущий день юмориста специфического, поэтому приглашаем всех к нам в гости. Здравствуйте. На планете Земля 21 века, ребята, наша задача дожить до 22-го, добраться все вместе дружненько. Сегодня у нас великий человек, мне очень приятно, что посчастливила судьба с ним состыковаться, и все секреты мы сейчас будем у него спрашивать, где, что, как, куда и почему. Все приветствуем все планеты, ребята, все от как с Токио до Лос-Анджелеса, с Финляндии до Австралии, ребята, с нашей Германии, Швейцарии наши присоединятся, Москву, Владивосток, очень приятно. Спасибо большое, ребята. Ждем нашего артиста больших и малых театров, и кто он, и что он, мы сейчас, Танюша, плюс приветствуем, плюс даже. Спасибо большое, Танюша. Маргарита Ткачева, халё-халё. Многие спрашивают, почему я не представляюсь, ребята. Ну, я сразу скажу, пусть говорят, почему не представляете, сразу скажу, что я очень скромный человек. И фамилия моя достаточно широко известна, чтобы ее называть. Моя фамилия к нам присоединяется. Ждем его. Ахтунг. Вы где-то так уже слышали. Добрый вечер. Guten Tag, Джордж. Спасибо большое. Прямо на родном почти языке вы сказали. И даже без акцента. И без репетиции. Александр, здравствуйте. Здрасте. Приветствую, спасибо, что выбрали время. Я знаю, что у нас время 24 часа в сутки, но я говорю всегда так, если времени не хватает, я час могу добавить, и у вас будет 25 часов в сутки. Вопрос, где взять время, вы знаете или нет? Еще один час сверху. Понятия не имею. Подсказываю. Если времени не хватает, обращайтесь ко мне, я подскажу фишку прямо сейчас. Надо на час раньше вставать. Все очень просто. Я и так не сплю. Зачем спать, ребята? Будем спать там, потом. Итак, ребята, сегодня у нас день всемирного зрения. Вы без очков, а я в очках. Интеллигентный человек, как многие говорили раньше, еще с очками. И сегодня всемирный день зрения. То есть вы читаете, видите на сцене все без очков. У вас в этом плане все нормально, да? У меня наоборот. Со зрением большие проблемы, потому что недавно даже была операция, очень серьезное, мне спасали глаз. Я вообще мог его лишиться насовсем. Тьфу-тьфу, не дай бог. Но вот. Пошло, слава богу, да? И чудо-доктор, да, он Гурьянов Олег Владимирович, большой, великий мастер наш, он меня спас. Привет ему огромнейший. Как увидите, если созвонить, хорошо? Пацанами мы были, пацанами остались, Александр. И всегда мы хотели быть какими-то командирами. Сегодня болчущий праздник, день командиров. Наводного, подводного, воздушного, космического командира. Я никогда в жизни не хотел быть командиром. Даже когда я поступил на режиссерский факультет, мне не нравилось командовать людьми, режиссировать. Поэтому я стал артистом. Чтобы мной командовать. Хорошо. А чем полезен осьминог для мужчин? Вы знаете или нет? Осьминог? Да. Ну, сейчас вы будете кушать его. Он приятный. У него много рук. Много присосок. Я думаю, что если он живой, то он приятный. Так, понятно. Хорошо, спасибо. Что вы больше любите, вареники или пельмени? Фуф. Разные блюда-то. Добавлю специалитет. Сегодня день вареников, потому что пару дней назад был день пельменей. Но сегодня очень приятный день. Сегодня делают рассол из капусты. И это Джон, делают в России. Да? Можно про пельмени немножко, про вареники. Дело Давай. В том, что смотря где их есть. Это и вареники, и пельмени. С кем? И водка. Ну, просто... Как-то на гастролях я был в Перми со Светой Пермяковой. Так. Ну, знаете нашу актрису знаменитую, конечно, Светлану конечно, Пермякову. Конечно. Вот. И у нас был замечательный спектакль, в общем. И как раз совпало, что у нее был день рождения, и она повела нас в пельменный ресторан в Перми. Так. Там сортов 30, если не больше, пельменей. И нам устроили дегустацию. Интересно. Ну, это уникально-то. А пельмени есть вообще совсем. Ну, правда, со осьминогом не было. Вот. С каракатицами. Да? Вот.
Вот, то есть пельмени лучше есть у нас в Сибири, на Урале, а вареники лучше всего есть на Украине, потому что таких, да, таких вареников, как в Одессе, ну, в Киеве тоже, конечно же, но в Одессе особенно, я был тоже в гостях там, и коллектив «Кролики», ну, Владимир Моисеенко, они меня повели в ресторан, сказали, что это лучшие вареники на Украине. И это была правда. Я такой вкуснятины не ел. Просто тесто толщиной с пергамент, а внутри вишенки, которые лопаются. Но это фирма. Это фирма. Вот. Это поэтому фирма. Пельмени у нас, а вареники на Украине надо есть. Какие вы хитрые, вареник. Ну, хорошо, хорошо, ладно, хорошо, договорились. Вы знаете, когда первый поток пошел туристов с Франции в Россию? Ну, наверное, в 12 году. 800. Ну, там пошла там наполеоновские дела, а именно туристический поток пошел немножко раньше. Еще раньше? Еще раньше, на 11 лет, в 1801 году, когда Россия заключила дружеский союз с Францией, парижанки хотели узнать, кто такие мужские ребята. И помчались туда. Вот помчались они за пельменями. Я не сомневаюсь, не сомневаюсь. Вот. И самое, что интересно, сегодня очень такой интересный праздник у вас в Москве. Сегодня открыт в 61 году был государственный кремлевский дворец съезда. Можете представить? Откуда вы все знаете? Почему я ничего не знаю? А у вас на вас все написано. На вас все написано, я поэтому читаю. Через год юбилей будем заказывать концерт там фирменный. Вот, кстати, фишка хорошая, на всякий случай. Окей? Итак, у нас сегодня в гостях Александр Морозов. У вас много медалей. Представьтесь, пожалуйста, как вы представляете, кто вы. Я понимаю, человек на планете Земля 21 века. Кем вы себя представляете, кроме как человека, плюс ваши профессии и внутренние нюансы, которые вы скажете? Представьте, пожалуйста. Все эти регалии я терпеть не могу. Ой, попроще мне... можно, попроще. Мы же люди, господи. Ну, поэтому я всегда говорю, Саня Морозов. Вот и все. Как трудно остановить бегущего бизона, так трудно остановить выступающего Мороза. Без ну, там, подготовки. Там Кобзон был, ну ладно. Ну, я без подготовки сочинил. Итак, ребят, в Самаре вы родились, правильно? Да, родился в Самаре, в Куйбышеве. Ну хорошо, подсказывайте, я немножко для меня. Нет, ну просто сложно. Куйбышев это Самара. Просто тогда я родился именно в Куйбышеве. В паспорте написано Куйбышев, хотя это и есть Самара. Вот, видите, опять выучил. Спасибо. В школе был пару дней назад день учителя. Помните первую учительницу? Я даже поздравлял учителей. Да, я помню. Лидия Алексеевна звали. Двойку она вот уже поставила первую? Она первая человека, от которого я испытал несправедливость. Так, ну хорошо, ладно. Будем это оставим в позитиве. А родители часто она вызывала в школу за ваши пошлости? А меня не за пошлости, я за справедливость. Я в кавычках беру. Я страдал только за справедливость в школе. Ну, один нюанс расскажите, такой специфический. Ну, вы знаете, наверное, что у нас в советской школе так называемые были рекреации. Нет. То есть начальные классы, первый, второй, третий класс, учились в отдельном месте. Нет, я такого не знаю. Нет, не знаю. Да, это как бы такой закрытый немного коридор от взрослых. Понятно. Так, старших конечно. Учеников. И мы как бы в своей каше там варились. Это называлось рекреация. И вот в нашу рекреацию зашел взрослый мальчик, по-моему, шестого класса, и обидел девочку. И я его избил сильно, очень. Да вы что? Да. Ну, мне пришлось. Вот. И меня, короче, учительница тоже побила, поставила в угол и сказала, что я фашист. Вот. Да. И как раз девочки, за которых я заступался, они встали на сторону учительницы. Да вы что? Да. Хорошо, поговорим о тем словом, кого вас обозвала учительница. Вы сказали, когда вы созванивались, передать привет всем вашим родственникам. А при чем тут фашисты? Нет, я про них не говорил. Фашист пошел с Италии, это всем понятно. Их надо ругать. Понятно. Но у вас есть родственники в Германии, правда это или нет? Да. У меня там кривые связи какие-то они.
Они мне не кровные родственники. Это моя крестная. Две мои сестренки. Да, это очень серьезно. Две мои сестренки, и теперь у меня уже там у сестренок родились детки. Они уже имена имеют немецкие. Ну, у Александра тоже немецкое имя. Нет, ну там совсем немецкие, типа Брунхильды. Понимаете, что это такое? Христианы Андерсоны почти, да, все? Вот. Две близняшки родились, я еще их не видел. Они живут в Бонне. А, в Бонне, понятно, бывшая столица наша немецкая. Но вам святая обязанность посещать почаще Германию. Просто я святая обязанность. Я очень люблю Германию. Хоть там немножко скучновато вечерами. Нет, почему? Надо места знать. Места. Ну, вот сколько надо я... Сколько я пытался и в Берлине искать места, потому что мне вечером после концерта всегда хочется гульбища. Очень простая фишка. К любому таксисту подходите, говорите «хочу праздника». Все. Он спрашивает, какой уровень праздника, широкий, высокий, в каком направлении должен быть праздник. Все. Очень просто. Странно, фишка, потому что в выходные дни, насколько я помню, просто вечером все вымирает. Ну, будние дни тоже, до 8 вечера все так же тишина. Люди должны отдыхать, не работать у нас. Понимаете, у нас Германия пашет день и ночь всего лишь навсего в году 150 дней. Всего остальные дни отдыхают. Вы педанты. Мерсис. Серьезно, Александр, честно, я делал статистику. В Германии плотно работают в 3 смены 150 дней, остальные дни отдыха. Неважно, какие праздники, там такие, такие, такие. 150 дней – это 3 смены полный вперед. И самое, что интересно, традиции все-таки такие очень серьезные. Ну, по крайней мере, вот я был в вашу рождественскую неделю. Это замечательно. Такие города, как там Кёльн, Мюнхен – это, конечно, сказка. Да вы что? И чем, да. Чем привлекся вам, допустим, Мюнхен? Скажите, пожалуйста, наша столица. Ну, какой-то красотой праздничный. Вот этот запах грога везде, вездесущий, он, конечно, удивителен. Да, специфический. И вот всякие вот эти игрушки, какие-то карусельки. Все это какое-то такое. Ну, классно, мне очень понравилось. Ну, сказка, да, такая сразу в детстве падаешь, да? Сказка, да. Интересно. Хорошо, такой творческий вопрос. Нам жизнь подарила когда-то сварщика с красным дипломом. Это вы. Это что-то я. Варили, жарили, парили, там, ворота, там, не знаю, там, двери, там, я не знаю, что. Что? Если сегодня вы на большой сцене большой артист, артист больших и малых театров. Вас все сегодня видят по телевидению, в Ютубе, на любых каналах. Только нажимай кнопку, нажми два имени. Александр Морозов, входит сотни, сотни, а то и тысячи передач. Вернемся в обратную сторону, что вы бы остались бы все-таки сварщиком с золотой медалью и придумали какой-нибудь сейф, сейф такой специфический, где хранятся деньги, драгоценности, который непробиваемый, не взрывоврывающий. Он остается целый. И за это бы вам платили бы сегодня, естественно, понимаете, кто, и банки, и все там, все, что кто на белом свете, олигархи, сумасшедшие деньги. Поменяли бы сегодня свою жизнь с этим актером, который сделал бы когда-то сейф такой. Джордж, если бы я сделал такой сейф, и у меня был бы к нему ключ, то поменял. Только у вас, да. То есть ваш голос неподделанный. Неважно, как бы вас мучили бы там, понимаете, пытали бы там, скажем, неважно кто. То есть голос должен быть тот, внутренний голос. Даже вы его не должны говорить, понимаете? И это будет открытие. Ну, подписались бы? Если бы у меня был доступ к этому сейфу, конечно же. К сейфам. Ну, нет, Джош, на самом деле, я очень люблю свою профессию. Я невероятно люблю зрителя и, честно говоря, не очень представляю себе жизни без этого. Мне кажется, другой жизнью я не смог бы как-то просуществовать долго. Тогда к вашей профессии. Скажите, пожалуйста, чтобы стать юмористом, нужно быть действительно серьезным человеком? Ну, мне кажется, что я не очень серьезный человек. Хорошо. Если добавим к тому, чтобы вас окружали серьезные люди, что вы-то по этому поводу скажете? Слава богу, меня окружают балбесы. Потому что вообще серьезных людей я побаиваюсь. А людей, которые относятся к себе серьезно, я просто избегаю.
А, даже так, да, интересно. А да, я считаю, что это самые страшные люди на Земле. Интересно, интересно. Ну, тогда, хорошо, великие клоуны, юмористы, там, Чаплин, Райкин, Олег Попов, это вот тоже Крамаров артист, они в быту отличались очень тяжелым характером, в быту. Насколько у вас серьезный тяжелый характер, как вы себя, не кто-то вас оценивает, а как вы себя оцените? Вы тяжелый человек в быту? Я очень легкий человек. Я как воздушный шарик. Единственное, что я слишком воздушный для семейной жизни. Но мы об этом еще поговорим. В любом случае, мне очень приятно. И, пожалуйста, передайте привет. Я не знаю, как правильно назвать менеджер, ваш директор, продюсер, я не знаю, должность Светланы, которая помогла нам в творческой встрече сегодня состыковаться. Огромнейшая наша благодарность, что она вас выдернула все-таки на часик к нам в гости. Огромнейшее спасибо, особенная благодарность. Я пообещал Светлане одну вещь о том, что вы, когда приедете к нам в гости, обязательно с ней. У нас есть на юге Германии, где у нас граница с Австрией, одна гора. Она невысокая, всего 2900 с копейками метров. Небольшая гора. Туда будем подниматься пешком в любом состоянии. Сразу. Нет. Не, медленно, спокойно, не торопясь. Сзади будет, если что, подталкивать будет. Спокойно. Там у нас будут остановки, будут творческие, не волнуйтесь, пожалуйста. Осьминогов не обещаю, но там все остальное, как говорится, потихонечку доберемся. Но в чем-то фишка. В чем фишка, если мы доберемся до верху, 2970 метров при хорошей погоде видно 4 границы. Налево Австрия, прямо Италия, направо Швейцария, а позади вас Германия. И загадывать надо желание. Сбывается. Красиво рассказали. Толидоу? Видимо, я полезу. Все, отказаться, все, записали ручкой, в любом состоянии лезем, хорошо? Хорошо, такой вопрос, скажите, пожалуйста, такое выражение. Вам не больно, а жизнь проходит. Как вы это понимаете? Вам не больно, а жизнь проходит? Ну, наверное, если про меня говорить, то... Да. Мне не больно, потому что я же жизнью этой наслаждаюсь. Я понимаю, какой ждет финал. Он у всех один. Одинаково, да. Бояться его не имеет смысла. И просто надо максимально скрасить свою жизнь какими-то эмоциями, впечатлениями, но при всем при этом постараться не потерять свою душу. Это важно. То есть рождение до того пункта – это затяжной прыжок, который мы обязаны сделать праздником, правильно? По возможности праздником, но, говорю, но не в ущерб своей душе. Вот. Да. Праздники же бывают разные, понимаете, да? Конечно, да, конечно. Такой нюанс. Опустим все нюансы, которые за стеной, и все-таки были моменты, когда человек уходит из жизни. Каждый по-своему этому чувствовал, я не буду вдаваться в нюансы, но когда у вас был такой момент, когда момент, сигнал был или туда, или сюда, или в ад, или в рай, или оставаться здесь, и уже ничего невозможно делать. Мысли за одну секунду проходят вся жизнь и не раз. С момента рождения до сегодняшнего дня и обратно. Этот момент, который вы вспоминаете, как вы думаете, насколько вы сознательно вы его поняли, чтобы сегодня наслаждаться, скажем, не 24, я сейчас добавлю, 25 часов жизни? Джордж, у меня было столько событий, где я ходил по краю. К сожалению, я плохо учусь. Ну, это значит, понимаете, у меня один друг, кстати, я его назову, я не стесняюсь, это мой сосед, была такая группа Гунеш в Ашхабаде, я не знаю, помните такую? Очень помню, великий барабанщик был. Да-да, Саид, да, Саид, его уже не стало, а вот руководитель группы Морозов, Станислав, он мой сосед в Германии, здесь ну, случайно так получилось, что он уехал тоже. Привет, огромное, я поклонник Гунеш. Да, вот. И он мне сказал, Джордж, когда я вижу, когда они веселые там с праздников едут постоянно, я говорю, ребята, ну сколько можно, мол, типа. Он говорит, есть один закон в жизни. Говорит, пока музыканты всю свою канистру, свою собственную не выпьют, они не останавливаются, ничего с ними не сделаешь. Ну, он наврал, потому что у музыкантов не канистра, а цистерна. Цистерна. Ну, это побольше, которая, да? Побольше. Это которая по железной дороге. Да.
Пардон, спасибо, что подправили. Такой вопрос. Такие люди, как вы и многие другие, запоминаются благодаря различным миниатюрам, сценам, сценкам. И есть такой гениальный закадр «Внекадрович нетронутый», известный по спутнику кинозрителя. Слышали бы о нем что-нибудь? Нет. Нет, хорошо, ладно. Тогда это вопрос когда-нибудь зададим Петросяну. На всякий случай я его скажу. Если не запомните, можно повторить нашу передачу в архив ленте. Закадр «Внекадрович нетронутый» по поводу спутника кинозрителя. Это была очень интересная нераспознанная пародия на казенную телепередачу. Хорошо. Все люди стремятся на два вида. Одни стремятся стать юмористами, другими хотят стать владельцами театра юмора. Кто вы по себе? Стратегически. Вы хотите все-таки остаться тем, кто вы есть, и продвигать, и развивать ваше искусство, или стать все-таки каким-то попозже, ну, неважно, год, два, три, пять, неважно, 10 лет, директором вашего собственного театра? Правильно, направление понятно, да? Да, да. Дело в том, что мы разговор-то начали с этого, что я не хочу быть руководителем, командиром. Хорошо, вы будете сбоку, но свой театр хотелось бы иметь, не руководить. Пусть свой театр, конечно же. Ну, в принципе, понимаете, сейчас вот существует же коллектив 50 оттенков смешного. Uh-huh. Это коллектив, в котором я работаю. И я как бы являюсь таким, ну, как это принято называть, фронтменом, да? Uh-huh. Неким таким лидером. Вперед смотрящий. Ну да, все-таки. И получается, что в какой-то мере я некое связующее звено самостоятельных творческих единиц. То есть я все равно в каком-то смысле являюсь руководителем театра. Ну, все-таки, да? Ну, все-таки, нехотя, да. Нехотя, но, да? Ну, получается. Это настолько... у нас в коллективе просто безобразная демократия. Вот получается коммунистический, социалистический капитализм, да, наверное? Да, о монархии у нас, конечно, никакой речи не идет, поэтому я не могу назвать себя в полной мере там хозяином, руководителем нашего коллектива. Мы все полноправные члены, ну, просто я являюсь вот, ну, как бы лицом, что ли, ну, в первую очередь. Потому что, ну, зрители меня больше знают, вот и все. Ну, понятно, почему название такое? Кто его назвал? Мы сами придумали что-то. 50. Ну, как, ну, вывезло? Я даже не помню. Просто, ну, был популярен этот фильм «50 оттенков серого». Угу. И нам как-то почему-то понравилось, что 50 оттенков смешного. 100% 100 оттенков смешного было бы нескромно, а 50 как раз вроде бы и нормально. Как в анекдоте, да? На 100% никто ничего не знает, да? Только Ленин, да. И то он не с нашего потока, да? Хорошо. У вас было такое хитрое, вернее, есть такое хитрое выражение, у вас на Инстаграме я прочитал. Не забывайте, что употребление шоколада для ускорения мозга эффективен только тогда, когда есть что ускорять. Или можно остаться тупым и жирным? Можно. Так можно что? Ускорять шоколад или остаться тем-то и тем-то? Ну, я ускоряюсь-то не шоколадом, к сожалению. Давайте рассказывайте секрет потихонечку. Life is life, там уже ничего не вырежешь. Да, я ни от кого не скрываю, тем более тут я вижу много моих друзей-подписчиков, сектантов так называемых. Они все знают, что я люблю выпить. Ну, выпить все любят, смотря что, понимаете? Это уже я люблю. Не, я люблю водку. Не, ну понятно, там же как в собачьем сердце. С кем выпить, как выпить, зачем выпить, почему выпить. Это же все-таки традиция серьезная, понимаете? Дело в том, что я настолько люблю выпить. Именно водку, да? Ну, могу хороший виски выпить, могу хороший коньяк выпить. Ну, а что такое хорошая водка, хороший коньяк, хорошая виски? Давайте уже на чистоту, потому что мы все-таки взрослые люди, и многие боятся, стесняются на эту тему говорить. Но в этом плане, я думаю, мы открыто можем говорить, почему бы нет. Фестивали, значит, фестивали, правильно? Как правильно фестивали? Пожалуйста. Ваши я и не стесняюсь. Хорошая водка
Ну, ее на самом деле не так много. В Германии еще есть, приезжайте. Я знаю, в Германии есть, да. Шнапс настоящий. Вот. У меня есть друг, у него свой мини-завод, где он... Да, кстати, он в Германии купил за 300 тысяч евро установку. Ага, то есть не свечной заводик купил, да? Нет, у него там, в общем, он единственное, что не производит, так это бензин. Остальное он все делает сам. Ну, там, интересно. Да, очень серьезный, большой наш бизнесмен, фермер, как это принято называть. Хотя какой он фермер, не знаю. В общем... Вот. И у него самая вкусная на земле водка. Да вы что? Да. Ну, что-то запах дает, или вкус, или ощущение, или кайф дает такой творческий. Это не передать? Трудно передать, потому что у него вот свои, например, абрикосовые сады, он делает абрикосовку. У него яблочные сады, он кальвадос делает. И, в общем, вот это все. Но когда ты пьешь, это не обычная вот водка, которая пахнет химией. Ну, ароматизаторами. А такое ощущение, что просто ты пьешь персиковый сок, например. Природу. Природу. Да, природу. Но это фантастические ощущения. И с этой водки не болеешь совсем с похмелья. Она кристально чиста. Ну, хорошо, ладно. Если, как говорится, где, что и как, куда и с кем и почему, то, наверное, так есть. Но в любом случае, как-нибудь это дело проконтролируем все вместе. Джордж, я даже могу пить один. Это, кстати, искусство, понимаете? Это большое... Хотя вот говорят, вот пьешь один, там алкоголик, там или еще. Я скажу так, что я многих ребят знаю, это искусство. И вот скажите, пожалуйста, вот такой вариант, вот уже серьезный, такой творческий вопрос. Чем больше человек выпивает, ну, который с головой, который не просто там где-то там на стройке там кирпичи кидает, а творческий человек, у творческого человека я беру любую профессию, музыканта, поэта, писателя, художника, скульптора, включается подсознание где-то, и потом она идет в сознание, и потом это выкладывается на сцену наружу. Согласитесь вы со мной или нет? Ваше мнение как? Вот бывают такие нюансы, которые где-то вот далеко срабатывают подсознание. То есть вы вроде готов, ничего не соображаете, ничего не помните, а где-то отложилось и записалось. Как на пленку. Джордж, я очень люблю под рюмочку сочинять стихи. Писать. Хорошо, ладно. Сейчас бы не отказали бы 100 грамм? Вот честно. Сейчас мне нельзя. Не, я не спрашиваю, можно или нельзя. Я спрашиваю, не отказались вы бы. Я это говорю. Так, а как посмотреть время, чтобы я не пропустил? Чего, выпить или что? Нет. А кто-нибудь следит за временем вообще? Да-да, у вас 7:30, я контролирую. Просто сейчас объясняю ситуацию. В 7 часов за мной придет машина, и я должен переехать на съемку. И мы ровно заканчиваем в 7 часов, я вам скажу, не волнуйтесь. Надо чуть-чуть раньше, потому что в 7 уже такси. У нас ничего страшного, не волнуйтесь. Я вам скажу все, не переживайте. У нас все-таки есть хорошее выражение «швейцарские часы в Германии». У нас там идет все по секундам. А еще есть у вас пунктуальность немецкая. Это есть такое, да. Ох, вот без этого нельзя. Хорошо. Нет, в этом смысле, я немец до мозга костей. Меня приучил папа. Он, когда я был маленький, он мне сказал, что точность – это вежливость королей. Да, есть такое. Есть такая даже пословица. Ее сразу, как только вы где-то запаздываете, вам не ругают, что вы опоздали, там что-то. Вам сразу вам эту пословицу сразу... Зубы там хопсаля, будьте добры, проглотите. Поэтому я изо всех сил всегда стараюсь быть очень пунктуальным. Это вот правда. Все знают, что я практически не опаздываю. Почему? Кстати, сегодня я заметил, мы по секундам с вами состыковались, вот прям по секундам, и по секундам включились. Вопрос, почему немцев называют голубой кровью? Почему? Знаете об этом? Нет. Подсказываю фишку. Дело в том, что брать пару веков назад королевские семьи и простые семьи, был закон в Германии кушать серебряные посуды. А так как люди знали, чем мыть, серебряная посуда, она же окисляется и становится немножко зелененькая-голубенькая такая, серебро. Знаете, вы же если были в Германии, многие памятники видели, они такие немножко цвета. И когда кушают, вот это вот сам налет, он сохранял людей от многих болезней. Это как было какое-то лекарство, которое сохранялось в организме и не пускало многие болезни. Оксид серебра. Я не знаю, как правильно называть, я не могу сказать. Спасибо. Не, ну серебро, оно, конечно, полезное.
Да-да, и вот оттуда пошло выражение «голубая кровь». Интересно. То есть это не тот придумал, кто во Вторую мировую войну, а немножко пораньше, за пару веков до него. Хорошо? Джош, можно я покурю? Ничего? Попробуйте. Вы будете в затяжку или как? Да. Сколько вы курите сигарет в день и какие сигареты? Ну-ка покажите, пожалуйста, если есть сигареты. Это Айкос, потому что я в помещении, я в театре нахожусь, здесь нельзя курить сигареты. Да? Поэтому я буду курить вот эту заразу. Но я вам сразу скажу фишку. Если вы приедете к нам на месяц, да, и будем подниматься каждый день на гору и спускаться, и опять подниматься в любом состоянии, гарантии дают 2-3 недели, завяжете все. Кроме удовольствия, понимаете? Ну, курить завяжете. От удовольствия отказываться нельзя, согласен. А курить... Тогда я к вам еду, потому что мне надо срочно бросить курить. Мне врач сказал. Хорошо. Такой творческий вопрос. Мне одна барышня задала, кстати, с Украины, с Харькова, пока я ехал сюда. Она сказала, спроси, пожалуйста, и вот его любят женщины, ля-ля-ля-тра-ля. И он даже выступал на этом, как ее, давай поженимся. Но это же, говорит, все понты же, говорит, он их покупает. А с другой стороны, ее подружка говорит, такого человека невозможно не любить. Я бы к нему прямо сейчас побежала. Два мнения. Ваша, пожалуйста, первый вопрос, который я задал, и второе. Что значит покупаю? Славой своей покупаете, подарками. Я не имею в виду то, что вы даете деньги, я имею в виду, вот, ну, рисовки мужские, господи, там, понты-манты, там, такси, макси, там, лимузины, там, икра черная, белая, красная, заморская, там. Или да все-таки идет ажур такой... Шарман такой творческий, наплыв, без которого женщина, она не может от него отказаться. Нет, если я пускаю в ход какие-то ухищрения, только ну, это вперед, да? Психологические. А какой-то вот этой пылью что-то пускать, вот эту вот материальную пыль в глаза я не люблю. Мне это не нравится. Ну, сколько вы обещаете женщине свои слова? Ну, сказал, сделал. Сказал, сделал. А это не касается именно женщин. Это касается... Я беру сейчас только женщин. Я беру только женщин. Нет, просто в моем случае, если я сказал, то я делаю. Все, тема закончилась, да? То есть сказал, сделал? Да. Я ни одной женщине не обещал, что мы будем жить вечно вместе. Нет, это другое дело. Это уже другая тематика. Хорошо. Те женщины, с которыми сводила вас судьба, всем вы предлагали предложение быть вместе или кто-то наоборот сделал? Кто-то из женщин вот сказал, все, Александр. По-разному было. По-разному. То есть было и так, и так, да? И так, и так было. Перевес на весы можно сообщить? Или тяжело сосчитать? Их так много было. Можете не отвечать. Оставим это, как говорится... Тут же есть потенциальные мои... Нет, вы не, Александр, можно сбить со счета, я понимаю, поэтому какие-то вопросы невозможно сразу воспроизвести, ради бога, пошли дальше, окей? Да ну нет, почему, я могу ответить. Ладно, проехали. Так, пошли дальше, хорошо. Есть такое выражение, кстати, я разговаривал на эту тему, забыл с кем, кажется, с кем-то из юмористов тоже в последнее время. Говорят, что в вашей профессии юмориста быть очень интересно шпионом. Это не выдающиеся разведчики были бы. То есть не в позитивном этом смысле. Очень стратегически, эмоционально, внутренний человек построен, что он читает, сканирует любого на белом свете, и были бы хорошие разведчики. Что в этом плане? Про себя скажешь. Про себя. Я не говорю кого-либо, про себя. Я даже был таким разведчиком. В какой армии? Ну-ка рассказывай. Ты не в Германии случайно? Нет, 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 нет. Я был в Узбекистане разведчиком. Да? То есть была легенда, что я американец, Майкл Мэтлок. Ну, это надо было так сделать. И, в общем, я целый месяц жил с людьми и разговаривал вот так вот. Серьезно, что ли? И я кучу очень хороших людей обманул вот таким образом. И все думали, что я действительно Майкл Мэтлок из Монтаны. То есть как будто бы что-то объясняли на руках, на ногах. Они вам все это так же объясняли, да?
Ну, я просто придумал легенду, что я приехал учить русский язык, поэтому я не говорю слово по-английски. И вы представляете, я просыпался, как Майкл Мэтлок, я ложился спать, как Майкл Мэтлок. Я сходил с ума, честно говоря, от этого. Но целый месяц быть другим человеком, но у меня это получилось. То есть я действительно шпион, я могу быть. Хорошо, узбекские выражения крылатые вы выучили? Якшимысыс? Бобты? Якшимысыс? Зор Рахмат. А в каких городах были? Ну, конечно же, Ташкент. Много раз был, потому что и друг у меня там, наш покойный коллега Абидаке. Абитасов. Да. Великолепнейший артист. Великолепнейший. Да, чудесный. Чудесный. Был в Фергане. Наваи, Самарканд, такое тоже все было. Вот до Самарканда я не добрался, к сожалению, мечтаю там побывать. Очень такой. Есть такого. Ну, а все-таки скажите, пожалуйста, я пару сказал по поводу передачи «Давай поженимся». Зачем пошли туда? Такой крылатый мужчина, вы только на улицу не успеете свистнуть, уже вас окружили, только отбивайся. Ну, мы же артисты. Я понимаю. Говорите, как считаете нужным. Нам нужны хорошие эфиры. Мне предложили новогодний эфир «Давай поженимся». То есть, ну, и деньги, конечно же. И вот. Это вы сказали, я ничего не говорю. Но на самом деле, во-первых, я дружу и с Ларой, с Гузеевой, и с Розой Сябитовой. Они меня попросили, я не мог им отказать. А еще мне пообещали подобрать какую-то сумасшедшую невесту. Но они меня обманули. Хорошо, представьте такой сон. Вот вам, скажем, возьмем Ларису. Она очень красивая женщина, специфическая такая. В молодости просто вообще без ума. Да. Ее сходили там не пару тысяч мужчин, понятно. И вот представляете, возьмем там, скажем, 25-30 лет назад, вы спите, вам снится кошмар, вот просто какой-то ужас снится. Вы вскакиваете, и перед вами стоит Лариса Гузеева лет 18-20. Говорит, давай поженимся. Скажете, да или нет? Ларки? Нет. Все. Ох, она вас услышит. Все, ладно, хорошо. Такое выражение. Дают часто совет ребятам в первые свои пути, после, скажем, когда юноша становится выбирать, желательно любимую себе, посмотрите на ее маму. Как в этом плане вы считаете, важно это, нужно? У меня сходится вообще со всеми фасонами, то есть просто вот один в один. Честно. На что? Семью надо смотреть в первую очередь. На маму, да? Вот именно на маму, насколько будет мама похожа. И на маму, и на папу, и вообще на всю семью, на атмосферу, в которой воспитывался этот человек. Это да. Ну вот бриллианты, которые сработают, все-таки это будущая теща, потому что через 25-30 лет она будет, ну скажем, да, примерно такая же, не совсем. Даже физиологически. Да. Вот это очень специфический момент. Да. Да. Окей, такой хитрый вопрос. Вы есть такое выражение, что вы сильно похудели. Не выражение, а говорят, что пишут, вы похудели. Не будем вдаваться сильно в подробности. Пока минус 40. Пока. Ну, есть ли план такой? Еще минус 20 будет. Хорошо, дай бог. Такой стратегический вопрос. Сегодня в отношении сегодняшней нашей индустрии, моды, очень много девчат, также ребят, там что-то режут, там в основном женщины, что-то подрезают, что-то вырезают, что-то наклеивают, что-то там накачивают, закачивают. Взять вас. Захотели бы вы, чтобы вас так это подрезали, отрезали, там кое-чего, там какие-то нюансы подклеили, чтобы у вас фигура была, скажем, не как у, допустим, Шварценеггера или там Брюс Ли. Вот в таком варианте, такой вот интересный джентльмен. Захотели бы такое или нет? Ну, скоро мне предстоит в любом случае кое-что отрезать. А удлинить тоже или что? Можно будет что-нибудь? Нет, мне хватает. Нет. Чтобы добавить мышцы, это все-таки надо в спортзал ходить. Вы про что сейчас говорите? Я сейчас говорю про то, что я сильно похудел, и появилось лишнее. И вот это мне скоро... Мышца. Не мышца, это шкура. Просто шкура, которую надо отрезать. Это тоже, мне кажется, ладно. Невозможно работать. Хорошо. Отрежу все и пойду в спортзал, наверное. Вру, наверное.
Не, ну я, мы, вы же обещали, что, что когда приедете в Баварию, у нас первая будет творческая тренировка, это по спорту, за каждый день подниматься на 2 970. Водичку в дорогу дадут, кроме еды. Все дадут в дорогу, самое главное, что доползти. Первый месяц тяжело, понимаете? Знаете, почему да. первый месяц тяжело? Потому что, когда мы после обеда спускаемся, после бассейна, массажа, немножко там поспать, там, там полчасика не больше, попить парного молочка баварского, не пива баварского, мы едем на концерт, все понимаете, на концерт. С утра уставший опять бассейн, после концерта опять бассейн, а с утра опять в дорогу. Представляете, какой кайф. И каждый день новая деревушка баварская. Мне там, нравится. А там гарные девчины баварские, все на русском языке говорят, а? Джордж, я прошу прощения, но пришла уже смс-ка от машины. Сколько у нас там времени? Сейчас проверяем. Еще у нас ровно 19 минут. И? Машина уже пришла? Уже бежать надо или нет? Ну, уже она пришла. Просто пришла смс-ка, я увидел сейчас. Ну, хорошо. Сейчас пару минут, и мы потихонечку закончим. Я вам скажу. Хорошо? Хорошо. Душа болит, а сердце плачет. У вас было такое чувство? Бывает такое чувство? Да вот недавно было. Когда Слава Войнаровский умер. И душа болела, и сердце плакало. Близкий очень друг. Да уже вот... И, ну, я очень много друзей похоронил. Очень много. Ну, это жизнь. Это же, вы согласны, что это часть жизни, от которой не откажешься, эта жизнь бежит, и это жизнь? Да, да. Конечно, оно болит и плачет, но потом оно все равно... Жизнь идет, боль зарастает, покрывается какой-то пленочкой, и мы начинаем улыбаться и снова радоваться жизни. Поэтому чего грустить? Это все там видим. Это mm-hmm. такой период, которого не избежишь. Понятно. Да. Такое выражение. Можно ли вас чем-то обидеть, что вы обидитесь на всю жизнь? А? Это так суждание. Хорошо. Можно ли вас обидеть, что вы обидитесь на всю жизнь? Я предательство не могу простить. Вы можете обиду забыть, но все-таки не простите? Нет, я прощу, просто перестану общаться. Угу. Если взять 100 лет назад, кем бы вы были? Кем бы захотели стать? Я всегда раньше шутил, что я хочу быть царем. А если бы были бы царем, что бы сделали для народа? Три вещи, все. Скажите, три вещи. Вот ваши три пожелания, что вы пообещаете, вот именно сделали бы. Чтобы они были богаты все. То есть вас еще больше обогатили, как царя. Чтобы я бы все деньги бы им отдал. Они бы были у меня самые счастливые на земле люди. Чтобы они были духовно богаты. Я не знаю пока, как это сделать. Ну и, наверное, чтобы... Я не знаю, тоже это как. Чтобы любовь была. Давай. Ко всему. Любовь ко всему, не только к людям, к миру, к жизни, вот ко всему к этому. Я, конечно, идеалистически какие-то глупые вещи говорю, но почему я так думаю. Это ваша внутренняя жизнь, которую вы хотите сделать. Почему? Это важно. Пару слов о вашей будущей передаче или программе, или театре, который готовится. Есть что-то такое специфическое? Пару слов скажите, пожалуйста. Я собираюсь поставить спектакль. Но пока ничего не буду об этом говорить. Мне сказали, что вы читаете сказки. Очень интересно. Правда это или нет? Да, правда. Какие-то и сейчас определенные тоже... сказки по настроению или по тематике выбираете тему? По интуиции. Вот то, что, допустим, какой-то хороший автор, я беру и читаю. Или русские народные, например. В чем я уверен. Это я и читаю. Ну, взять русские народные сказки, допустим, они же очень хитрые такие, очень хитрые. Такие, конечно. Взять Золушку, допустим. Золушка там что-то там трепала на кухне, там пахала 25 часов в сутки, как мы в Германии здесь пашем 25 часов в сутки. Потом раз там фея какая-то прилетела, подарила ей платье, там туфельки, она на бал пошла, что-то спела там, в нее принц влюбился, она побежала, так как до 12 ночи все эта красота была, туфелек потеряла, принц нашел. 12 часов она превратилась. Теперь вопрос стратегический. 12 часов ночи все из принцесс превращаются в кого? Можете ли говорить, как хотите. Хорошо. Если бы вы были невидимкой, куда бы пошли? Два вопроса последних.
если вы были невидимком? Какие бы места злачные посетили? Вас никто не видит, но вы можете задавать вопросы. Я попробую ответить. Можно? Не слышу. Пропала. Зависла. Александр, вы зависли. Последние два вопроса зависли. Не знаю, появитесь у нас или нет. Не пропадаете. Не появляется, пока он завис. Александр, наверное. Все, исчез. Ребят, большое спасибо. До свидания. Немножко не успели мы про Золушку. Ну, у кого-то с ваша сказка, не ваша. Ребята, что-то там пропало, известно. Не знаю, почему. Интернет есть интернет. Большое спасибо. Всем, ребята, огромнейшее спасибо, присоединились. Еще раз напоминаю, все наши передачи в архив ленте посмотреть можете всех артистов. Всех. Поэтому приходите к нам как можно чаще. Но посмотрим, он сейчас у нас включился или нет. Да, он включился у нас сейчас. Посмотрим, может быть, он включится еще раз. Посмотрим. Будем ждать его. В любом случае, приходите к нам на архив, и каждую неделю у нас в гостях интересные гости. Спасибо большое. Что за случилось с техникой? Да я здесь. Я здесь. Нет, техника отключилась. Было 50 лет назад интернет справлял праздник, 50-летие для народа. Они, видно, до сих пор фестивалят, наверное, еще не ту водку пьют, наверное. Вы меня слышите? А меня не видно разве? Я вижу и слышу вас. Вижу и слышу. Все нормально? Да, все хорошо. Просто машина ждет. И, в общем... Последний вопрос. Да. Последний вопрос, Александр. Быстро сконцентрирован на 30 секунд. Если бы перед вами вы встали перед Всевышним, как вы думаете, что бы он вас спросил? Морозов, ты хотел бы что-нибудь исправить? Если бы ты хотел, давай я тебе помогу. Давай вместе еще раз пройдем путь. И я бы пошел. И что бы вы ему сказали? Я бы сказал, что давайте пойдем вместе. Александр, огромнейшая благодарность наша о том, что выделили в своем творческом графике нам ровно 48 минут. Все-таки это большая цифра, ребята, незабываемая. Это интервью войдет в историю 21 века. Ждем вас, ждем всех вас в гости. И ваш коллектив, это специальные отдельные бриллианты каждого. Приходите к нам в гости на Инстаграм и в гости к нам в Германию персонально. Обещали, месяц на гору залазим. И слазим тоже. Окей? Договорились, Джордж. Все. Очень приятно было поговорить. И надеюсь на скорейшую встречу. Удачи. Спасибо большое. Еще раз, кулаки ваши. Где ваши кулаки? С Богом!